Спутниковые антенны, интернет, кабельное телевидение, нарушения при прокладке сетей, очередную попытку привлечь к порядку провайдеров намерены им предпринять городские власти. Это обычная пятиэтажка. Внутри подъезда такие вот нагромождения кабельных подключений. Все вперемешку. Многие провайдеры работают уже десятилетиями, но до сих пор порядок в этой сфере навести не удалось. Здесь даже силовой кабель установили без защиты. По виду от сигнального не отличить. Просто белый провод. Нарушены все возможные нормы и правила в прокладке кабеля. Тут перемешаны сигнальные, силовые кабеля. Ну, чем чревато для жильцов, тоже, в общем-то, много и говорить не надо. Значит, это и стекание воды по этим всем кабелям, которые уходят прямо в люк. Да? Это вот те вот кабели, которые могут, я не знаю, тут вот если сила обрывается, это дальше может каждый для себя сам додумать, во что это может превратиться. Работа с нарушителями правил прокладки домовых распределительных сетей пока ощутимых результатов не приносит. Составить акт и выписать предписание – вот и весь механизм воздействия. Если составленный график устранения нарушений не будет выполняться, коммунальные службы намерены заставить провайдеров самих демонтировать неправильные сети.